Продолжается реновация внутренних помещений городского центра культуры. Поскольку интерьеры, цвет стен и отделка деталей должны сохранить свой первоначальный вид, работы по решению этой задачи проводятся при помощи компьютера. Да, действительно, в настоящее время интенсивно ведутся работы по отделке и покраске стен главного зала, фойе и вестибюлей. Решение приходится иногда корректировать, потому что отыскиваются первоначальные цвета и слои, и приходится с лету, как говорится, с колес принимать или корректировать решение по покраске. В частности, сейчас принимается решение по покраске гардероба. Все помнят, какой у нас был неудобный и неудачный гардероб с узким проходом, с отсутствием зеркал, диванчиков для переодевания. Это и после мероприятий или каких-то спектаклей, культурных мероприятий, весь зал оказывался внизу, полностью заполняя этот коридор, было неудобно, тесно и так далее. Вот сейчас я в настоящее время работаю над моделированием интерьера зала гардероба, где появится зеркала, диванчики, и, надеюсь, будет более свободно, более удобно, более функционально для его, как бы сказать, ну, использования, для его функционирования. Ну, а сейчас мы находимся в помещении гардероба, уже не в компьютерном, а оригинальном, так сказать, помещении. Вот видите, что проведены подготовительные работы под покраску. Уже здесь можно увидеть новые полы, новая керамика. Принимаются решения по окончательной, по цветовому решению окраски стен, а также по планировке. В этой планировке новой будет сохранен старый барьер в оригинальном виде. Вешала, которые будут стоять за барьером, будут современные, ну, как бы сказать, удобные. Для только два объекта будут сохранены в старом оригинальном виде, которые здесь когда-то были. Вот с этой стороны мы будем видеть зеркала и диванчики для того, чтобы можно было переодевать обувь. Женщины могут смотреть себя в зеркало. Самая сложная задача – это реновация зрительного зала. И в основном вспомогательные помещения практически готовы. В настоящее время полным ходом идут работы, строительные работы главного зала Силамяйского центра культуры. Уже сегодня можно увидеть те изменения конструктивные, архитектурные, которые ждут жители в будущем, когда этот зал заработает. Вот здесь слева вы можете увидеть смонтированные подъемные механизмы, которые будут служить для того, чтобы опускать, поднимать кресла. Эти механизмы еще в настоящее время только монтируются, будет их доводка и так далее. Но, по крайней мере, мы осуществляем ту сложную работу, которая была изначально задумана. Как всем известно, что кресла зрительного зала будут трансформируемы, будут передвигаться и опускаться в подвальное помещение. Затем вот на заднем фоне вы видите уже готовый амфитеатр. Там настилаются сейчас паркетные полы. Это восстанавливаемая часть. Она соответствует тем оригинальным чертежам, которые здесь когда-то были. Очень сложно проведена работа, связанная с изысканием и покраской стен и цветовым решением стен зрительного зала, стен архитектурной лепнины, пилястр, пилонов. Видите, сколько много сложных архитектурных деталей. Каждая деталь в свое время отыскивалась цветовая, ну, их покраска методом вот, как бы, очищения разных слоев. И потом с помощью приборов, колерных книг эти цвета подбирались. Часть работ уже выполнена. Виден контур будущей сцены. Она тоже
внешний вид у нее как бы оригинальный сохраняется, но она приобретает такую большую проем в виде будущей такой оркестровой ямы. Основные работы будут проведены, когда здесь установятся леса, и там начнется реставрация плафонов, росписи и росписи потолка и других деталей. С 24-25 сентября в нашем городе пройдет уже ставшая традиционной осенняя ярмарка. В этом году ряды с различными товарами расположатся на площадях возле городского бассейна. Уважаемые жители города Силамия, в эти выходные, в субботу, воскресенье, 24 и 25 сентября пройдет ежегодное мероприятие «Осенняя ярмарка в нашем городе». Обращаю ваше внимание на то, что осенняя ярмарка сместилась с поля у Консума и планируется провести в черте города, вот на этом месте, на котором мы сейчас с вами находимся. Это территория спортивного комплекса «Калев», бассейна и здание «Вал Атлетика». Ярмарка начнет свою работу в субботу с 10 часов до 18 часов вечера. Также будет она работать и в воскресенье. В субботу планируется концертная программа, которая будет сделана с помощью силами коллективов, которые занимаются в нашем городе. Это Дом детского творчества «Улей», сейчас называют молодежный центр, Дом культуры, открытый молодежный центр и другие коллективы, которые ведут свою кружковую деятельность в нашем городе. Приглашаю вас всех на данное мероприятие. Будем надеяться, что погода будет благоспособствовать данному мероприятию. И ждем вас с радостью и надеемся на то, что вы совершите хорошие покупки для себя, своей семьи и, может быть, для своих друзей или знакомых. Если городская ярмарка еще впереди, то ярмарка школьная прошла в минувший четверг в Анна-Линоколь. В Силамия в Анна-Линоколь ярмарки проходят уже третий год. Осенью мы организуем осеннюю ярмарку, в которой участвуют ученики вторых, третьих и четвертых классов. В декабре – рождественская ярмарка. А в феврале у нас проходит ярмарка, посвященная Дню друга. При подготовке к ярмарке дети получают навык практической деятельности. Они учатся предлагать товар покупателю, общению продавец-покупатель, организации рекламы. У нас хороший товар. Продаем булки. Продали уже все петушки. Из столовой принесут партию яблок. Запекали наши девочки из класса 4 А. Продажа идет хорошо. Денег зарабатываем много. В этом году у нас тема конфеты. Мы решили продавать конфеты. Сначала мы продадим все конфеты, а потом будем продавать фрукты. Кирилл, наш мой одноклассник, принес большой огурец и большой кабачок. Когда конфеты все закончатся, мы будем продавать фрукты и овощи. Я купила петушок на ярмарке в третьей школе за 5 центов. Очень вкусно. Я купил семечки. На нашей ярмарке сегодня представлены овощи и фрукты, выращенные в Эстонии, яблоки, запеченные в школьной столовой, леденцы, печенье и кексы. Полным ходом проходят занятия студентов Силамяйского профессионального училища в новом учебном году. В этом году Силамяйское училище очень достойно выполнило план набора учащихся. На первый курс на базе основного и среднего образования в общей сложности было принято около 400 учащихся. И в результате общая численность учеников в нашем училище составляет почти 800 человек. Мы надеемся, что она возрастет еще немного. Связано это с тем, что учащиеся ищут места для обучения
более комфортные. Может быть, кто-то из тех ребят, кто живет в Силамее и уехал учиться в другие города, вернется к нам. Мы с радостью примем их в своих стенах. Надо отметить, что наше училище продолжает большую работу по обновлению учебных программ. В настоящее время на согласование с работодателями, а конкретно на предприятии «Монокор», ранее называвшееся акционерное общество «Силмед», отправлены две учебные программы. Это программа оператора химических технологических процессов и лаборанта химанализа. В училище планируется также ввести и новые уровневые программы обучения. А что это такое? Если человек имеет, допустим, специальность повар, то для получения специальности бармена или официанта ему совершенно нет необходимости обучаться 3 или 4 года. Он может получить смежную профессию за более короткий срок, за полгода. И над разработкой таких учебных программ мы работаем в этом учебном году. Такие программы будут созданы по всем направлениям, где у нас проходит обучение. Я напомню, что это область питания, область гражданского строительства, область металлообработки, область транспортных услуг и складского хозяйства, а также очень популярная область инфотехнологий. Ну и, конечно же, большой популярностью у нас пользуется специальность в области народных промыслов. Надо сказать, что в этом учебном году мы также продолжаем вести большую работу по курсовому переобучению взрослого населения. Я хочу напомнить, что на курсы, которые проводятся в рамках проекта Министерства образования, могут прийти как люди, имеющие работу, так и люди, находящиеся в поиске работы, стоящие на бирже труда или ищущие работу самостоятельно, потому что повышение своих профессиональных знаний или получение новых знаний расширяет возможности человека на рынке труда. В этом году у нас проходят курсы до декабря месяца в области компьютерных технологий. Это создание баз данных для работников складов, Microsoft Excel для бухгалтеров, обработка текстов для секретарей и людей, связанных с документированием, а также курсы в области компьютерных технологий по трехмерному проектированию программа SolidWorks. Училище сотрудничает с различными учебными заведениями как в Эстонии, так и за рубежом, принимает участие в различных проектах. В нашем училище сейчас идет большая подготовительная работа по проектам. Большая часть проектов направлена на кафедру поваров и обслуживания. Сейчас, в сентябре, у нас преподаватели поедут в Англию на стажировку. В октябре ребята поедут на стажировку в Германию. И сейчас также готовится группа ребят, которые уедут на стажировку эстонского языка в Волоствере. Я перечислила те проекты, которые направлены на стажировку ребят кафедры поваров, но это не значит, что по другим направлениям у нас не проводится данная работа. По всем кафедрам, по всем направлениям наши ребята планируются их посещение как в нашей республике, так и за рубежом, где они будут проходить и практическую стажировку, и стажировку языковую. Также будут знакомиться с культурой, с языком, с достопримечательностями других стран, других людей. В училище получают образование не только выпускники школ и гимназий города, но и взрослое население Силамея и других городов Идавирума. Мы также предлагаем курсы для повышения квалификации продавцов и курсы эстонского языка для русскоговорящих работников. Если у вас есть желание получить дополнительную информацию о всем, что происходит в нашем училище,
то вы можете найти ее на нашей домашней страничке по адресу www.svtc.ee. Я обращаю ваше внимание на то, что адрес нашей странички изменился. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Ну и очень хочется надеяться на то, что если этой информации будет недостаточно, то вы сможете позвонить по находящимся там телефонам. Слухи были, есть и будут, ибо они идут от незнания вопроса, либо из злого умысла, чтобы ввести людей в заблуждение. Усиленные слухи о частичном сносе дачных домов садового товарищества «Спутник» и дальних гаражей муссируются уже давно. Но на чем они основаны? О якобы планируемом строительстве отрезка дороги Ехвинарва. Это ошибочно. 27 сентября одним из вопросов в повестке дня городского собрания будет информация и по этому вопросу. Следите за передачами Силамяевского телевидения. Учебный год в нашем городе в самом разгаре. Активно проходят различные мероприятия, связанные с ним. А так как пока позволяет погода, некоторые учреждения организуют эти мероприятия на улице. Детский сад «Пяксики» каждую осень проводит спортивные развлечения. И для этого используется большой стадион на территории «Пяксики». Сегодня в нашем детском саду «Пяксики» проходят спортивные соревнования. И одно из направлений, приоритетных направлений работы нашего детского сада является оздоровление наших детей. Поэтому такие спортивные, увлекательные и интересные мероприятия мы стараемся планировать и проводить каждый год все более интересной и новой форме. И интересны для, как для наших детей, так и для наших родителей. В этом году отличительным является то, что принимают участие не только ребята, не только их родители, но прежде всего принимают участие в соревнованиях и наши сотрудники, сотрудники детского сада. Это учителя и помощники. Это, на наш взгляд, способствует сближению детского сада и семьи. Все игры, эстафеты, конкурсы подготовлены в увлекательной форме для того, чтобы поднять настроение и задать настрой на весь учебный год. Проигравших сегодня не будет. Все команды получат призы, а детей ждет угощение. Подобные мероприятия ждут детей и родителей на протяжении всего учебного года. Вела праздник «Учитель движения» Людмила Жбанова. А помощь в организации игр, проведение конкурсов оказывали персонажи, знакомые детям, исполненные Еленой Каранкевич и Людмилой Мироновой. Все активно болели за свои команды, собралось на территории детского сада и множество зрителей из тех, кто проходили мимо учреждения. В детском саду «Пяксики» оздоровительные мероприятия являются неотъемлемой частью учебной программы. В «Пяксике» есть все условия для укрепления здоровья детей. Это бассейн, физкультурный зал, стадион. Проводится множество физкультурных развлечений. Дети ходят в походы совместно с родителями. В детском саду работает школа здоровья, где старшие ребята получают дополнительную физическую нагрузку в виде игр, узнают о строении своего организма, о теории спорта, знакомятся с различными видами спортивных игр.
В нашем детском саду проводится множество мероприятий. Мы участвуем в различных проектах. Постоянно обновляем свою игровую и учебную среду. И в этом году отдел развития городского управления написал проект по замене 5 веранд на территории нашего детского сада. Проект поддержан, и в настоящий момент практически уже закончены работы по строительству веранд. Мы видим веранды, которые сделаны из экологически чистого материала натурального дерева. Они оснащены шкафами для игрушек, скамейками. То есть все, что необходимо детям для прогулок. Единственное, что нас огорчило в ходе строительства, это то, что часть материала была похищена жителями нашего же города. Но, несмотря на это, мы очень рады, что работы практически завершены, и наши дети будут получать полноценное обучение на природе, на улице. Александр Юрьевич, вы не представитель водных видов спорта, но мы находимся с вами на берегу Финского залива. За моей спиной Силамяйский порт, спонсором которого, который... Является, да, является. Нашего лучшего спортсмена Масленникова. Да, да. Михалыча. Михалыча, Александр Михалыч. Это такая веселая прямо для того, чтобы вам создать настроение. А ибо да, вы виловаты выглядите на телеэкране. Скажите, пожалуйста, кого вы ждете в вашей секции, в секции, которая готовит лыжников для нашей суровой эстонской зимы? Я готовлю, прежде всего, лыжников. Но вообще, сколько мы детей ждем, да? Зовем. У нас только передач много выходит, а детей становится все меньше и меньше. Но я, пользуясь случаем, конечно, хотел бы позвать заниматься лыжным спортом. До лыж еще далеко, а если ребята хотят научиться ездить на роликовых коньках, на роллерах, на велосипедах, ориентироваться в лесу, плавать в бассейне, не утонуть у бабушки летом, да, и научиться играть в футбол, баскетбол, то вот милости прошу к нам. А уж кто до зимы доживет, это там увидим, посмотрим. Зима будет действительно суровая, лыжня будет глубокая, вот, а настроение у ребят будет очень хорошее. Александр Юрьевич, какие часы и где ждете вы своих будущих воспитанников? Место базирования у нас, как обычно, во дворце спорта Калев. Аренду плачу регулярно, так что меня оттуда колом не выбьешь. Вот. И тренировки у нас проходят с 3:30 ежедневно, кроме понедельника. Маленькие ребята, у них особый график. 2, 1, 3 раза в неделю. Ну а выходные, суббота, воскресенье, 9:30. Милости прошу к нашему шалашу. Ну, многие родители считают, что лыжная секция – это секция, где нужно иметь какой-то финансовый запас. Нигде, для чего нужно иметь финансовый запас? Для приобретения инвентаря. Давайте мы сейчас опровергнем эти факты. Первичный инвентарь мы даем. Еще не было такого, чтобы ребята платили 500 крон, ну, в кронах буду говорить, за колесо. Колеса на роллерах стоят столько же, сколько стоит колесо на автомобиль. Вот ни разу еще никто не платил. Вот платим мы. Но все стоит денег, и поэтому сейчас у нас есть клубный взнос, который исчисляется 7 евриками. 7 евро за месячное занятие. И вновь открылся городской плавательный бассейн. Как всегда, работают спортивные группы и группы оздоровительного плавания. Спортивные группы можно записаться детям с 1 по 12 класс, с 16 до 19 часов ежедневно. В группы оздоровительного плавания принимаются и дети, и взрослые любого возраста. Группы оздоровительного плавания работают с 8 утра до 11 и с 18 часов до 21 часа. Вода в бассейне постоянно 28 градусов. Температура воздуха 29 градусов. Плавание всегда считалось самым лучшим способом для оздоровления организма. Дорогие горожане, приходите, мы вас ждем. Спортивный клуб Wild Athletics находится по адресу Кеск 26, предоставляет комплекс услуг для тех, кто заботится о своем здоровье и хорошей физической форме. В клубе проводятся тренировки, среди которых различные виды аэробики, такие как степ, памп,
аэробика, слайд, фитбол, а также тренировки по дзюдо, боксу и теннису. Клуб оснащен тренажерным залом, подходящим для занятий как профессионалам, так и новичкам. Залом аэробики, борцовским залом, открытым теннисным кортом, солярием и саунами. Двери спортивного клуба «Эвайл Атлетикс» открыты для вас в любой день года. Приходите! Срочно требуется на работу в Ивангород женщины до 45 лет и мужчины до 40 лет. Граждане России или лица без гражданства. Опыт работы не обязателен. Заработная плата от 13 тысяч рублей. Проезд к месту работы и обратно бесплатный. Информация по телефону 39 26 098 39 25 064.